Всем привет! Сегодня в моем городе будет проходить киберспорт по разным дисциплинам, в том числе StarCraft и Dota. Сейчас, примерно где-то через 2 часа, начнется чемпионат по StarCraft. Поеду, это впервые в моей жизни я поеду на такие мероприятия. Очень интересно посмотреть живыми глазами, а не только со стороны. Приехал, вот так выглядит здание, в принципе, незрачное. Вся фишка, конечно, будет внутри. Пойдемте посмотрим, как там что внутри. Вывеска в одном месте, а вход оказался в другом месте. Вот там. Сейчас придется подниматься по лестнице. Приехали целые фуры для того, чтобы снять все это. Масштаб, возможно, для того, чтобы что-то там разместить, аппаратуру и так далее. Наконец-то я нашел вход. Здесь есть некоторые какие-то развлекательные установки, кафешки и прочее. Сейчас сниму все, посмотрю, вам покажу. Кажется, развлечение скейтборное, такая установка. Маленькая, конечно, но ладно, чего-то да есть. Конечно, ни одно мероприятие не проходит без жратвы. Я бы с удовольствием сейчас бы что-нибудь взял, но я заранился об этом позаботиться и поэтому поел у нас какой-то турник, видать, какое-то испытание. Какая-то мини-гольф-площадка. Так, простенькая. Я думаю, для новичка это пойдет. Ну, оказывается, еще можно в баскетбол поиграть. Но я пас. Он что-то красит, не пойму, что. Но что-то красит. Тоже непонятно, что. Ну, прикольно. Маски, да? Окей, сейчас маску одену. Вот с маской, но я об этом позаботился заранее, поэтому не придется об этом думать. Наклеили, что тут написано? Чемпионат России по компьютерному спорту и серийный номер. Ну, чипирование. Бесплатно, да, играть? Да. Бесплатно поиграть можно. В мероприятии есть всякие безделушки, сувенирные и прочее. А такие всякие милые штучки. Футболки, что тут у нас, всякие игрушки, пистолеты. Такие значки, коврики. Специальная стойка такая, фон для того, чтобы выложить себе фоточку на Инстаграм. Короче, ребята, здесь можно получить бесплатные напитки. Завтра еще день будет здесь, может быть, также акция будет проходить. Для того, чтобы подпишитесь, хэштег напишите в Инстаграм, получаете вот такой бэджик и энергетический напиток. Нашел еще один отдел с различными сувенирчиками, вот такими прикольными. Тематики, я так понимаю, да, Майнкрафт, мультики и так далее, аниме. По такому финалу отыграться будет крайне сложно. 11 минут игрового времени, 3 шайбы нужно отыгрывать. И бросок касания. Это было. Я бы сказал, с его крюка. Сейчас опасно может быть. Бросок. Передача сначала пошла. Попал в защитнику. Вторым темпом атакует Литвак. Еще один пас на дальний. Хорошо все делает Литвак.
все на место. Вот такое мероприятие я сегодня посетил. Надеюсь, вам оно понравилось. Показал наиболее интересные кадры. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорой встречи. Пока-пока.